Давай, показывайся во всей своей красе. Да ну, это не может быть всерьез. Еще как может. Пенсильвумен на острие атаки. Всем привет, это Декарт, и это новая серия Скибиди Туалет Мультиверс. О, да, помню эту сцену, это было эпично. Ставьте лайк за эпичность, ребята, погнали. Титан Дрельмен против этого уродливого говнюка, я даже не знаю, как его зовут, короче. Скибиди Урод, я бы так его назвал. Титан Дрельмен против Скибиди Говнюк Урод. И, в общем-то, Скибиди Говнюк Урод пока побеждает. И знаете, что я вам скажу? Нас сегодня ждет Карандаш Вумен. Это я знаю, потому что Дом Студио об этом предупредили. В этой серии будет Пенсиль Вумен, представляете? Вот это потрясающе, да? Я жду не дождусь. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть. О, нормально, слушай. Оглушающая волна прекрасной музыки. Так, полетел, полетел. Обстрелял. Хорош, четко. Нет, отходи! Ой-ой-ой-ой, какое попадание-то. Жесткое, однако, да? Это сейчас обидно было, конечно. Вот, правильно. Хорош Дрельмен, давай так ему. Так ему. Ух! Ух, разгон какой. Нормально, вторая. Ничего себе. Вот это зубки, милые. Там что-то красное, красное в небе было. Что-то красная точка. Я ее видел. Она опять там, наверху, где-то. Да шо ж ты такой. Да шо ж ты такой неугомонный. Дай-ка рожу твою поймать, я хочу. Какой миленький ты, посмотри. Красавец. Просто невероятный. Все, сейчас тебя так протитанят по полной программе. Ты сейчас познаешь силу титанов. Ты понял, а? Зубатик. О, ТВ-мен пришел, здорово. А, у ТВ-мена тут своя битва с этим лысым козлом, да? Ну окей, почему бы нет. О, черти! Поганые черти прилетели. Скибиди чмони! Я понял, вот они, да? Вот они какие миленькие, да? Были! Не-не-не-не-не, Титан ТВ-мен, ребята, это вам не хухры-мухры! Он вам как врежет всем, вы шо? Он и сильный, у него и цацки крутые, и как бы и все на свете. Здравствуйте. You doing good? Как у тебя дела, хорошо? What's good supposed to be? А что ты имеешь в виду под хорошо? Are you gonna use the Titan Killer? Ты используешь Титана Киллера? Титана Киллера? I'm at the position. Я на позиции. А где Титан Киллер, прошу прощения? Ну-ка покажись. Так, прицелилась. Ой! Еще какие-то Скибиди чмони летят. Или что это? А, это пенсили летят! Пенсили, понятно? Пенсильмены. Это что такое? Это карандашные войска объединенные, понятно? Это сейчас будет вообще круто все. Готовимся. Ого, нормально. Нет ничего лучше запаха напалма по утрам, как говорили в фильме «Апокалипсис сегодня», да? Или что это я? Я подумал, это напалм, я подумал, что огненное. А возможно, оно электрическое. Электромагнитное, кто знает. Блин, бедный телевизор. Ой, беда какая. Нет! Они его что, сейчас прикончат? Ну-ка, Скибиди чмони, ну-ка улетели. Молодец! Очень хорошо. Ты вместе с ними чуть меня не убил. Я думал, я оглохну сейчас. Так, ладно, вот лось такой, что-то карать. Что такие неспокойся, что-то карать, непонятно, да? На колени! Хочешь на колени? А он хочет. Сейчас упадет, мне кажется. Бах! Бах! На колени! Придется послушаться, наверное, да? Такого придется послушаться, парня, да? Что тут скажешь? О, Терминатор, ничего себе. Скибиди Терминатор. Нормальная тема. Ну что, ну где Пенсиль Вумен? Я жду ее. Опа. Ух ты. Четкие механизмы. Жу-жу-жу-жу. Так. Забрасываем туда какую-то огненную таблеточку или что-то.
Ой. Споткнулся Тиви-мен. Вот и правильно. Вот так вот и должно быть. Нечего тут свои зубки разевать понапрасну. Это она. Я чувствую, это она. Давай, показывайся во всей своей красе. Ждем тебя. Да ну, это не может быть всерьез. Еще как может. Пенсильвумен на острие атаки. Да, отлично. Она еще круче, чем женщина-сверло, черт побери. Это да, это точно. Ну давай, поехали. Заряжаем наше ядро. Нашу эстрогенную мощь. И поражаем врагов волной атаки. Клевое уклонение. Ну, ребят, что я могу сказать? Вы что-то совсем дурачки. Вы что, не видите, что... Ну, не стоит оно тому. Ну, сейчас лучше отойти назад. Ну, правда, ну, серьезно. Ну, о чем вы говорите? Вы же понимаете, что шансов нет. Это же Пенсильвумен, в конце концов. Это же Пенсиль, и это же Вумен. А вместе Пенсильвумен, и как бы все... Используйте щиты, быстрее! Выйдите из зоны ее атаки! Так, ну что я могу сказать, Титан Тиви-мен? Кажется, ты нашел себе жену, да? А может и нет. Посмотрим. А масштаб разрушений-то какой, посмотрите, а? Четко вообще. Ну и предлагаю посмотреть... Да, озвучку прошлого эпизода от Неми. Давайте заценим. Здорово, лысый черт. Чё ты пасть свою раззявил, а? Ну ты голова. Интересная фраза. Я ухожу. Я устал, я ухожу. Понятненько. Так. Это мы вспоминаем старые добрые времена. Напоминаю вам. Да. Если вдруг кто запамятовал. Скажешь, что? Ты был прав. Они украли бластер твоего Титана. Спасибо за часы, но Стиву нужен новый корпус Титана. Фисть. Это, я так понял, наоборот, он как бы слова как-то читает, да? Титана Дрельмену, знаешь, я называю его Стив. Классно, классно он общается. Нам нужно немного времени. И как он его хорошо понимает. У него здесь этот переворачиватель речи, наверное, вот в сердце встроен, да? В любом случае, надеюсь, пока что мы можем надеяться на камерменов и спикермена. Ну, будем надеяться, что можем надеяться. Согласен, как бы. Тоже надеюсь, что можно надеяться. Ну, я думаю, это все. Что ж, вы уверены, что трансформация в истинную форму сработает правильно, когда нам это понадобится? Это отлично! Клёво, они разговаривают, мне нравится. Это будет большой козырь в подходящий момент. Угу. Как скажешь, босс. Сейчас как он заботливо несет это говно. Прикольно. Так, все, сила магнитов. Помним, помним это дело. И здравствуй, Титан Дрельмен. Так, и вот так вот. Да, да что называется, да привнесется в тебя жизнь. Давай просверлим несколько туалетов. Это дело благородное. Тут не поспоришь, да. О, текст. Перемоточка. Что ты имеешь в виду? Ты мне отправил сообщение? Аушивен. Ну и чё, где скидывайся, а? Действительно. Что, блин, происходит? Вот это вообще сурово. Дед. У него голос, конечно, вообще. Подожди, там почему это не работает? С таким это лучше не связываться. Это не имеет никакого смысла. Что-то не так. Дело. Мы уже должны быть здесь. Что такое? Что-то не так. Облом. Стив, вернись на базу сейчас же. Ох ты, господи, каким агрессивным. Я тогда тоже. О, знакомый гульмановский голос камерамена. Я уже и забыл, да. Как же прекрасно он звучит. Так. Где же этот артефакт? А вот он, собственно. Ты как? Ты все идешь за ними не нужно. Зачем ты это делаешь?
Ну там с сатаной общается, нормально, как бы. С другом со своим. Не позволяй ей играть с твоим разумом, Стив. Ты меня слышишь? Я тоже злой, Стив. Но, пожалуйста, не делай ничего глупого, Стив. Не делай глупого, Стив, пожалуйста, нет. Стив, не смей. Ух ты. Ты серьезно? Истинная трансформация? Я не позволю тебе это сделать против Альянса. Эй, нет, просто возьми и уйди сам. Я не буду тебе помогать в этой стратегии. Ну, та аудиоэффекты классно звучат, да, вот в этой озвучке? Прикольно вообще так. Малыш, лучше успокойся. Капец, у него страшный голос, да? Да! Я так рот открыть не могу. Не заставляю. Титан-телемен. Он просто злится. Будь с ним помягче. Да-да-да. Откушу тебе ногу. Ногу! Ну попробуй. Ну попробуй. Успокоился. Ты будешь в порядке. Угомонил. Переживай. Угомонил пацана. Хорошо, малыш. Малыш. Малыш, ниш-ниш. Вот так и скибидисты. Вот, козлы эти пойти. Он сможет позаботиться про этих скибиди туалетов. У тебя секретная миссия, я знаю, так что можешь идти. Ага. Ой, как сидим. Грустно. Ладно. Эх. Возвращаюсь к секретному заданию. Давай, давай, дружище. Смотри. Морда. Это они во всем виноваты. Пониш-ниш-ниш-ниш-ниш. Давай, настраивает, настраивает его. Женщина сверло. Братишка, это ты? У них есть динамит, не делай ничего глупого. Мои близкие. Ниш-ниш-ниш-ниш, Титан, уничтожь базу клоп-менов. Далёкий. Да, уничтожь базу, если хочешь, чтобы она жила. Я должен это сделать. Не делай этого. Я не могу потерять эти дыр. Голос не будет. Не делай этого. Прости. Ой. Так, снова перематываем события и... Согласен. Тут лучше и не скажешь. Да, разберитесь. Здравствуйте. Дрельмени мне очень жаль. Не имеет значения. Слушай. Они схватили нашу Дрельвумен. Они приказали нам уничтожить вашу базу. Простите, если Дрельвумен. А как же женщина сверло? Медленно, но эх, вам нужно поторопиться. Пропал такой никнейм. Покиньте базу немедленно. Так, последнее его слово я комментировать не буду. Эй, чертовы скибидисты, отпустите меня. О, скибидик, зэ. Кто здесь у нас? Дрельвумен. Она самая. Передатчик, значит. Ты давай поаккуратней, слышь? Дай им прослушать это сообщение. Сейчас с тобой поговорят. Я предупреждаю вас, если вы уничтожите его рации, то Титан Дрельмен посчитает, что она мертва. Понял? Предупредили тебя. Он просверлит вашу базу. О, он же готов. Из-под земли. Прокусает, просверлит, поэтому потопчется еще. Осторожны. Он может, да. Поэтому будь осторожен, понял ты? Хрен ученый. Нет. Быть такого не может. Можешь быть уверен в этом. Стив сжал кулачок, да, как говорится. И прополз к врагам. Наконец-то. Правильно? Стив, они начали спасение. Чем тут закончится? По-моему, драка сейчас будет. Ух ты. Без этого никуда. Тебе обязательно всегда так кричать? Да, конечно, как иначе враги окей, бояться не будут. Не забудь быть приветливым. Маленький, это ты. Маленький, да. Пойдем со мной. Чертов предатель. Ох, маленький тебя. Маленько тебя размотает. Бах. Угроза так угроза, слушай. Стив, не нужно сражаться, я сейчас все порешаю. Все порешаю. Я тебя сейчас... Стой. Специальные агенты спасают Дрельвумен, он в порядке. Ну что? Ну все,
Ну ты мушкетера, ну... Ну дружба! Ну чего? Скоро узнаешь. Окей, теперь кликайте сюда, ребята. На этом мы заканчиваем. Вот такие вот мультиверсные серии. Надеюсь, было интересно. Тут тоже понравится, если тут зашло. Всем счастливо, удачи, пока. Увидимся вот тут.